С 12 октября прошлого года введены в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Однако, несмотря на то, что данные купюры в обращении уже почти 4 месяца, некоторые владельцы магазинов и предприятий опасаются принимать их у населения. Роспотребнадзор обращает внимание жителей и предпринимателей Славянского района, что данные банкноты являются официальным платежным средством и согласно закону по защите прав потребителей обязательны к приему при расчете в любом месте. Это означает, что любой отказ принимать данные купюры является противозаконным и может повлечь за собой административное наказание с выплатой штрафа до 50 тысяч рублей. В случае, если вам было отказано в оплате товаров или услуг 200-рублевыми или 2000-ными купюрами, а также мелкими монетами или банковскими картами, вы можете обратиться в Роспотребнадзор по телефону 434-15 или 442-16.